супер колоссальное напряжение, и обе команды будут сражаться до последнего, чтобы выйти в полуфинал. Сегодня Ньюкасл встречается с Манчестер Юнайтед. Итак, начинается первый тайм, четверть финала Кубка Чемпионов. Важнейший матч, просто сумасшедшее напряжение, и, разумеется, обе команды будут сражаться до последнего, чтобы выйти в полуфинал. И мы видим графику с составом команды хозяев поля. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров. Кейн! Удар головой не точно. Сейчас голкипер пару слов защитникам скажет и продолжит. Шнедерле. Манчестер Юнайтед атакует. Нужно выходить вперед. Бей! Штанга. Момент не закончен. Харри Кейн. Удар. Опасно. Это может быть опасная атака. Потеря. Ушел мяч за боковую. Манчестер Юнайтед сбрасывает. Душ Сантуш Авейн. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Шикарный момент. И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Защитник выносит мяч. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Душ Санту Шавейру. Манчестер Юнайтед исполнит штрафной. Поль Погба. Тут может что-то получиться. А сейчас вперед можно выйти. Гол! И они на один мяч впереди. Заслуженный гол. Они просто расстреливали вратаря при полном попустительстве защитников. И рано или поздно это должно было случиться. Сегодня соперник ничего не может им противопоставить. И они, конечно, это чувствуют. Поэтому играют раскованно и очень уверенно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Манчестер идет вперед. Пересек мяч боковую линию. Морган Шнедерлен. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Манчестер в атаке. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Душ Сантуш Авейн. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Харри Кейн. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нарушение было, но мяч остается у команды. Подавать надо. Душ Сантуш Авейру. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Угловой удар. Мяч у Манчестера. Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так сказать. Вот это удар! Выше ворот. Великолепный пас.
Потерял он мяч, но кому он достанется? Погба. Может получиться интересная атака. Матео Дармиа. Судья решил добавить 3 минуты. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Люк Шоу. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Ничего еще не ясно. Команды возвращаются на поле, чтобы продолжить борьбу за место в полуфинале Кубка Чемпионов. Обе команды немного осторожничали в первом тайме, но тем не менее показали хорошую игру. Будем надеяться, что во второй половине они полностью раскроют свой потенциал, ведь речь идет о выходе в полуфинал. Это может быть опасно. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Морган Шнайдерлин. Мемфис Депай. Великолепная игра в пас. Какой шанс у Алекса Хантера? Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Где же удар? Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Шнайдерле. И играть еще полчаса. Манчестер Юнайтед атакует. И удар должен... Погба! Прекрасный гол! Этот гол вполне по игре. Команда доминирует на поле, и нет ничего удивительного в том, что они увеличили разницу в счете. Буквально раскатали сейчас вратаря. Да, оборона полностью провалилась, и у нападающих была полная свобода выбора. Тренер Манчестер Юнайтед проводит замену. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Пока неплохо. Забивать нужно! И что это? Гол! Этот гол забил игрок, вышедший на замену, обращу ваше внимание. Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. 3-0, это уже серьезно. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра, игрок стоит на кромке поля. Манчестер идет вперед. Это шанс, забивай! Низом в самый угол бьет и забивает. Первый гол придал ему сил, и он забил второй. Так держать, станем ли мы свидетелями хет-трика? 4 безответных мяча забито в этом матче. Игра проходит в ожидаемом ключе, без сюрпризов. Иногда более слабая команда может прыгнуть выше головы, но сегодня вот фаворит на всех парах летит к победе. Это, говоря так, поэтически, Георгий. Отличный навес! Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Удар нужен! Надо забивать и гол! И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Итак, это его третий мяч в сегодняшней игре. Ну что, по-моему, однозначно лучший игрок матча.
Да, действительно, я думаю, что он заслужил такой титул по итогам сегодняшней встречи. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Много еще играть, 10 минут. Манчестер в атаке. Вот это удар! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Стефан де Фрей. Душ Сантуш Авейру. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Опасно! Какая досада! Так стремительно ушел в отрыв и не смог поразить ворота. Защитники словно застыли на месте и молча наблюдали, чем закончится этот проход в штрафную. К сожалению. Итак, звучит финал.